Всем доброе утро, ребят, еще раз. Точнее, уже день. У кого утро, у кого день. Так, не понял, что тут за плюшки такие нам раздают. В общем, у нас сегодня битва гильдии на Тайване. Быстренько пройдем ее, посмотрим, что там. Пропускать нельзя. 8 огника забрал. И сразу же, смотрите, дают паки за вход. Шарик. Сегодня последний день, на входе сразу пак заливает за 10 баксов. Так, что у нас сегодня по БГ, и зайдем на немецкий сервер. Я вчера на стриме уже вечером кое-что там доделал, получил новую имбушку себе на бездонатный аккаунт. Покажу какую, и прошел подземку, кошмарку. Очень легко, в принципе, было сложно, думал, но посидел и нашел, как пройти. Так, что у нас тут? 640, 630, 800, 670. Значит, начинаем с этих. Шанс слива, как обычно, максимальный. Так, тут герои без воодушек, я смотрю. В принципе, тогда должны затащить мы. Но это не точно. Самое главное, чтобы у нас зефир не слился быстро. 57%. Так, космик. Что-то зефир у меня здесь вообще прям люто проседает. Ужас просто. Просто позорище. Все, шанс слива максимальный. Слились походу. Надо героев качать. Да, походу. Походу, да. Ну, сейчас гляну, какая у меня тут сборка вообще зефира. Что-то так уверенно выкидываю его. 32-й питомец. ОЗ-шка плюс выживание. Странно очень. Плюс ССК. Вот так вот. Неживучий он, не жилец. Шанс слива максимальный, я уже говорил. Так, поехали. Ну, тут самое главное хотя бы активным быть, чтобы пройти, набить. О, нормально я закидываю сразу же на божество. Красава. Ну, давайте попробуем через божество забежать. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. Вот вам божество. Точнее, даже минус 6. Так, хорошо, если зависнем на ворожее. Ну, если мы зависнем на ворожее, то, в принципе, тут без проблем должны пройти. Но это, опять же, не точно. Смотрите на зефира, он сливается на этих, на отражалочках. Он когда начинает бить, получает отражалку, соответственно, сразу же слив. Че, можете меня поздравить, второй слив? Или все-таки огник затащит? Нифига себе, мы и развалили половину. Ну, интересно. Огник, смотрите, божество ушатал. Шанс есть. Ну, в принципе, битва гильдии как таковая уже умерла, я уже об этом говорил не раз. Это чисто, знаете, так зайти, забрать какие-то плюхи, но смысла в локации вообще никакого нету уже. Здесь надо кардинально менять систему каких-то наград гильдейских. 99%, но интересно, добьет или нет? Нет, 99%. Я офигею просто. Шанс слива, ребят, просто максимальнейший. Не, ну этого мы должны затащить тут что-то. Походу вообще. Или нет. Ворожай, Фрея. Так, минус 1, минус 2. Минус 4. Не, затащили. Этого затащили. Поехали, следующий.
Знаете, когда-то раньше я просто тупо бегал, выкидывал вот так вот. Тактика в лоб. Просто выкинул всех и ушел. Сейчас уже, к счастью, не знаю, не все так просто. Герои хоть начали сливаться, но опять же, при определенных сборках героев, здесь просто герои, как были, я их таки не перекачивал, таки оставил. А любая раста проходится. Одним тем же самым бардом, в принципе, без проблем можно пройти. Питомец плюс бард, плюс герой на добивание и все. И расстановки нет. 87, 100. Ну, видите, тоже легко как-то. Вот так вот. Да, я сегодня сливунчик. Батя меня уже обогнал даже. Надо силу качнуть, чтобы можно было со сливом первые места брать. Так, а что у нас? Первое место, другие вообще не ходят. Так, поехали на немочку, покажу вам, что же у меня интересного вчера было. И мы остановились за один шаг до цели, до мечты нашей 7-10. В общем, вчера я побегал, я показывал. И, кстати, на немецкий сервер не заходил с утра. Я вчера пофармил уже после, ну, на стримце, в конце стрима, квастики, самоцветы и забежал на подземку. Мы с вами в прошлый раз, если я не ошибаюсь, остановились на подземке 7-6 или 7-7. Сейчас я... закину... кошмарка. Это мы, по-моему, зафармили. Так, блин, на какой мы зависли? Не помню уже даже. Или 7-8. Да, вот это вот 7-8. Да, вот это вот проблемная у нас была. В итоге что я сделал? Я немножко пересобрал своего огника. И советую тем, у кого есть и кто не может пройти, ставите просто панчбокса. Я поставил, прокачал панчбокса, поставил эмблему ППшки. То есть у меня он с огненькой плюс эмблема ППшки. И все, вблизи быстро все герои разлетаются. Дамаг у нас увеличенный. И без проблем мы там зашатали, то есть сразу видно вот сейчас даже разницу, насколько больше дамага. Дамага стало около там, бывает и по 2 ляма проскакивает по-разному, в зависимости от того, как Анубис вас надебафит. Но в основном дамаг очень хорошо проскакивает. Сейчас мы Анубиса ушатаем, у нас дамаг будет больше. Герои разлетаются намного быстрее. Плюс панчбокс убирает все герои, которые рядом вблизи. То есть этот питомец, да, он, ну, на этом сервере он собирается без проблем. Он, по-моему, если я не ошибаюсь, с мешков, только его с яиц не соберешь. Ну, у кого он есть, то есть он у меня здесь не особо максимальной прокачки, тут больше идет за счет прорыва. У кого есть фрея, может фрея это проходить. У кого нету, вот как я, например, у меня здесь фреи нет, я без проблем... таким вот образом эту подземку вчера зафармил на 3 звезды. Довольно-таки кайфово дамажит и больше ничего не надо. То есть 14%. Вот посмотрите, герои вблизи все разбегаются. Ну, я пару заходиков сделал и прошел. Это при том, что мы сейчас бегаем без магии, то есть без ничего. У меня вообще ничего не прокачано. Вот он по чуть-чуть добивает себя. Там единственное, на ком он может зависнуть, это Кенди. Вот, и то мы ее ушатали. Видите, с Анубисом проблемы. Анубис это самое больное. Они дебафят и их сложно убить. Но панчбокс это кайфовая тема.
Я, по-моему, вчера другую сборку сейчас посмотрим, я что-то пересобирал. В общем, за помощью панчбокса эта подземка у меня зафармилась аж на 3 звезды, и, возможно, им полностью перефармлю все остальное. То есть, таким вот образом, без проблем, видите, что-то других героев не бил. Я протопал, прошляпал эту подземку и застрял на 7-9. А, я убрал даже, видите, я убрал даже пакт. Почему убрал? Блин, у меня здесь выживания нету. Было бы, кстати, очень даже неплохо. Я убрал, потому что на 7-9 меня просто тупо башни шатают. И я там ничего не могу сделать. И, кстати, я поменял, видите, у меня было недомогание. Я поставил победный, то есть добавил ему еще дамага. И этого вполне хватило, чтобы зафармить 7-8. А вот здесь у меня проблема, потому что бьет, дамажит дофигища просто башен очень много, и они так пробивают, что у меня не хватает от хила просто-напросто, он не успевает. Плюс можно, конечно, будет попробовать, но в основном башни, как видите, очень сильно пробивает, он не успевает форму заходить. И когда еще рядом герои начинают дамажить, плюс молчанки, здесь уже есть плюс тотемы, вот мы сейчас молчанку словили, у нас просто тупо ушатали. Надо будет тоже подумать, каким образом здесь попробовать, но в принципе, думаю, тоже зафармим. Единственное, здесь анубисы тоже очень больно бьются, видите, вот я опять на тотем заскочил. Может, успеем в форму войти или нет. Да, вошли в форму, но слились дальше. В общем, здесь надо будет, опять же, помучиться немножко. Я думаю, опять же, что-нибудь получится. Сейчас попробуем так. Ну, надо пробовать. Просто у меня магии никакой вообще нету, ни метели нету, ничего. Здесь героев тоже хватает. Он бьет, видите, по всем героям. Плюс здесь вот забор энергии. Ну, надо пробовать. Надо однозначно пробовать. Плюс малыши Ники пробивают. То есть тут... У меня уклонения у него вообще нету. Сейчас мы зайдем, посмотрим, как он у меня собран. Возможно, надо будет добавить немножко уклона. Видите, у меня криты в основном собраны. Давайте... Попробуем. О, смотрите, нифига себе. Вот что означает ролить ребят за этот, за ордена. Ну, это все равно меня, я думаю, не спасет никак на подземке. Давайте еще разок попробуем. И сейчас пойдем, я вам покажу еще одного недостающего себя героя, которого я вчера получил со второй карты, благодаря топовому, как по мне, календарю, который есть на немке. На других серваках я такого пока не наблюдал. Он реально здесь просто кайфовый. Видите, все сливаются. Оккультист, Анубис, Роза очень быстро сливаются. Ну, это такая одна из самых сложных кошмарок. Блин, одержимый там рядом. Он может нас просто тупо стычки. Ну, панчбокс, видите, делает свой. Сейчас я вам еще панчбокса покажу. Ой-ой-ой. Воу-воу-воу. Самое главное, чтобы мы успевали в форму входить. Потому что, когда мы не в форме, мы очень уязвимы. Вот как сейчас, видите. Ой, хорош. Да ладно, ты хочешь сказать, что мы сейчас затащим прям? Две минуты осталось. Но панчбокс — это кайф, то, что он разбивает здания, которые вблизи. Так, тихо, ша, не сливаться. Блин, у нас шанс очень довольно-таки неплохой. 1,5 минуты, ребят. Так, давай, включайся, подрубай. Ронины, ронины! Арктика заморозила. Самое главное, чтобы он успевал входить в форму. Ну, вот так вот, 18%. Ну, как видите, шансы, в принципе, у нас есть.
Так, заберем плюшки. Покажу вам сейчас сборку. Вот, я даже не докачал. 13-й панчбокс. Мне просто маны не хватает. Первый скилл. Ничего даже не менял, ничего не качал. И этого вполне мне хватило. По поводу героя побежали. Вчера наконец-таки мне выпал, ребятушки, Рино. Это еще один недостающий герой у меня на аккаунте. Мы его получили благодаря вот такому вот, ребят, календарю. Он обалденный, реально. Вот я получил вторую карту и, соответственно, на изи оттуда вытащу. В общем, такие вот дела. Буду дальше пробовать. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.